Сорвался с высоты, не выжил. Трагедия случилась на стройплощадке, которая расположена неподалеку от микрорайона Ива. Все произошло на улице Сапфирная. Во время выполнения работ серьезно накренилась подвешенная у стены строительная люлька. Из нее на землю и выпал рабочий, сообщили очевидцы в соцсетях. Микрорайон Ива – строящийся дом по улице Сапфирная. Как сообщили очевидцы, оборвалась люлька, и один рабочий погиб. Изданию «Коммерсант Прикамье» в компании Development Юг» сообщили, что специалисты сейчас изучают обстоятельства произошедшего. До составления акта о несчастном случае преждевременно говорить о причинах и нарушениях. Ведут расследование трагического инцидента и сотрудники правоохранительных органов. По факту произошедшего региональный следственный комитет проводит доследственную проверку. Следователь проводит осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза. Для установления причин смерти мужчины опрашиваются очевидцы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Свою проверку организовала и прокуратура Мотовильхинского района Перми. Она даст правовую оценку действиям должностных лиц на указанном объекте в части соблюдения требований охраны труда. ЧП произошло 9 ноября по адресу микрорайона Ива, улица Сапфирная. В ходе проведения строительных работ оборвался крепеж строительной люльки с 9 этажа, в результате чего погиб рабочий. На место происшествия выехал прокурор Мотовильхинского района Перми Евгений Бендовский.